Всем здравствуйте, друзья! Мы продолжаем играть в полюбившуюся нам техасскую резню бензопилой. И поехали! Привет-привет, поехали! А мы на доме Нэнси, я за хичхайкера, погнали! Нифига себе! А подожди, а что у меня случилось? Сейчас, секунду, все нормально. Так, все хорошо. У нас жертву разбудили деда буквально в секунду. Просто в секунду. Это что, намечается спидран, да, какой-то? Ладно. Давай ловушки ставить. У нас в катке Саня Закука, и у нас кожаный. Я изначально загрузилась в лобби как кожаное лицо, и он сразу со мной захотел поменяться. То есть такой человек, который меняется в лобби, проявляет признаки жизни, вряд ли выйдет из каточки. Так что играть будем втроем. Так, ловушки на ключевые двери, которые ведут на аккумулятор, это само собой. Само собой. И смотри, как близко находится генератор. Так. Ну-ка, вскрыли здесь, нет? Сань, они аккумулятор даже не вскрыли, дверь из подвала. Возможно, они хотят спидранить через дом. Нормально. Так, знаешь, что я сделаю? Правда, это не единственный способ подкраться к аккумулятору, конечно. У нас проблемы. У нас есть Дэнни в катке? Нет. Так, Дэнни у нас нет. Но у нас щиток и бочка у меня на Аке. Это значит то, что мне тоже нужно их контролить. С другой стороны, это удобно. И если нет Дэнни, то есть у нас никто не сможет применить обилочку с большим кулдауном на щиток или бочку. Это что было? Они уже наверху. Ну там кожаная, я не пойду наверх. Меня Анна. Я кого-то слышала, как будто недалеко от себя. Ты что на улице делаешь? За Анной бегу. А что, кожаный на улице делает? А, кожаный в доме, кожаный в доме. Нормально все. Упадла. Я просто оббегаю территорию, прилежащую к аккумулятору. Чё у тебя там, замес происходит какой-то? Соня у меня. Соня хотела щиток вскрыть. Я так и знала, что я отойду, это хорошим не кончится ничем. Конь была вот внизу под балконом. Пыталась скрыть мой замок. Он меня уронил, хотя я прошла. Как он меня так уронил постфактум, да? Интересненько я упала, кстати. Здесь его товарищей, друзей нет. Короче, я согнала его с щитка, он еще не успел его вскрыть. Так, что там мышка у меня где-то зацепилась? Кожаный, дорогой, ты что тут делаешь? А, Лиланд! Я его добила. Добила. Анна в городе не выходит. Кто Лиланда-то покосил? Кожаный, получается? Он его гнал. Возможно. Неплохо. Ловушки целую. Здесь вроде никто не просочился. Ну, кстати говоря, для семьи, с точки зрения семьи маньяков, удобный вариант. Это что тут, Аннушка? Ты же знаешь, что Аннушка — это отвлекающий маневр? Удобный вариант, что вот и бочка, и щиток находятся здесь. Саня, через щель она выходит. Угу. Я побегу обратно к себе. Давай. Где у нас кожанчик ходит? Непонятно. Слышу кого-то.
разблокировали. Хорошо, дверь не скрыта. Либо кто-то сидит здесь. Тебя она нет. Они вниз прыгают. Кто-то разблочил ловушку. Я ее восстановила, но где этот человек? Надо найти, где он сидит. Соня вышел. Прикинь, мне показался звук, как будто кто-то пинает генератор. Кто такой подошел, разблокировал, главное, ловушку? То есть я правильно понимаю, что у нас кожаный контролирует дом? Да, он там коня гоняет. А, понятно. Ну, кожаный прошаренный, я думаю, что он знает, что он делает. То есть наша задача сейчас каждому оставаться на своем месте. Опа. Я попробую обойти. Давай. Он выбегает? Нет. Хорошо. И после того, как я отсутствовала некоторое время, надо срочно все проверить. Теперь ты понял? Теперь ты понял, зачем это было? Угу. Анушка, смотрим ловушки здесь. Нормальные. Это означает, что они хотят идти к главному выходу. Reset trap сделаю, значит, обновление ловушки. И сейчас все прекрасно поняли. Что? Кожаному помогу. А что у вас происходит? Коня гоняем. Все, но я убил. Анна в колодец падает. Все, конь у нас не выйдет. Кожаный ее загонял. Здесь все нормально. Анна выбегала где-то с этого района, пока... Так, я тут хожу, пока у меня кулдаун идет. У генератора. Все, он остыл. Можно его включать, подрубать. Пока никого не вижу. Ну-ка посмотрим. Здесь все нормально. Ловушка восстановлена. Подрубаю генератор. Ну как я не попала-то? Я же попадаю. Кстати, я, так я за все время так и не научилась быстро включать генератор. У меня буквально несколько раз это получалось. Я успею. Добила Анну. Она не ожидала, что я дежурю где-то рядом. Хорошая попытка, но Анна не останется последней жертвой. На удивление, последней жертвой остается Сонни. Ханни. Был у ней ник Ханни. Итак, Сонни был замечен у щитка. Потом Санни его гонял. А, ну у нас, кстати, вообще дед не кормленный, но это оправдано тем, что мы очень хорошо гнались за жертвами. Кожаный какой-то молодец, хорошенький, вообще просто. Просто молодец. Он же коня загнал. Ну, я ему помог. Подсвечивал? Не, я пришел, и получается, конь от меня убегала через щель и вышел прям к нему. Круто. Соня последний раз внизу был за гардами. Да, он внизу. Последняя жертва, мы, в принципе, можем на ней сосредоточиться. Так, и самое логичное из нашей команды, это мне, то есть хичхайкеру, пойти туда вниз. Самое логичное. Ты можешь подсветить? Пытаюсь. Я его вижу, но это что-то прям
А, стол. Какой-то кожаный, здесь ничего не разрубил. Да, он быстрый. Он не сюда ли пошел? Возможно, он в холодную пошел. Так я и говорю, вот в колдруме. Не-не, он уже в стороне этого гардена. В стороне гардена. Метил. Вижу. Ну куда он делся? А, в щель сиганул. Нифига он бегун. Он в доме выбежал. Сань, он гарантированно выбежал. А, ну все. Он выбежал и лег, что ли, получается? Да. Окей, хорошо побегал, молодец. Говорит, ты понравишься дедушке. Кожаный молодец, хорошо сыграл, хорошо контролировал дом. Не знаю, что ему приспичило в дом забегать. Вообще катка нормально получилась. Друзья, это дом Нэнси, и побегаю за кожаного в этот раз. Так, заводим пилу. Ну погнали, прорубим сначала вот это. Нифига у меня сбросило здесь. Так, у нас в катке Сиси и Саня за хичхайкера. Побежали. Вот здесь стол стабильно всегда стоит. Его, конечно, надо убрать. Они как-то где? Они не на выходе из дома, что ли? Какие-то тихушники, да? Возможно. Опять я запуталась в этом подвале. Самый жесткий подвал, кстати. Просто мало еще играли. Мало в подвале играли? Да. Кто у вас там желтые ворота открывает? Здесь коняшка и Анна. Где? Убили меня около стола. Сейчас стол этот разрублю, кстати. А стол где был? Сюверс какой-то. Вот они сейчас подсвечивались. Смотри, у нас команда. Анна защищает коня 100%. Они, походу, на доме хотят выйти. Я вижу сиську, Она идет как раз к ней. Нет, или это... Да, это она вроде. Давай-ка зарублю вот это. То есть я все поняла. Это команда Анна плюс конь. И эта команда может быть достаточно эффективной. Дом вскрыт, я выйду. Дом вскрыт, и здесь полностью вскрыто. Она в... Они в доме, Сань. Хорошо. Через главное, это, они сейчас выйдут. Серьезно? Там конь все скрыл, ты вообще где? Я так сюда, не смотрю. Хорошо.
Вот кто вот это нажал, мне непонятно. Самое главное, в честь чего. Слушай, ты знаешь, где сиська? Я не вижу. Она внизу с кем-то дралась. Окей. Здесь все нормально. Дверь закрыта. Никто не поднимается? Ну как не поднимались, нафига они тогда дверь вскрыли и открыли ее? Вопрос. То есть дверь-то не была закрыта. А, тут тоже ловушка. Коняра. Они хотят бейсмент открыть. Секунду назад не было открыт щиток, а уже открыт. Бывает. Скажи, а Сиси у нас чисто в подвале играет, получается? Ну да. Да. Понятно. Подвальный игрок. Подвальный игрок? А нам как с этим? Что делать? Ну то. Мне единственное сразу, что Сони через балкон спустился вниз и куда-то пропал. Возможно, прыгнуть в подвал, но это не точно. Здесь открыто полностью. Там есть кушанье. Он на аккумуляторе? Не было там никого. Конь у меня выходит из-за щитка. К сожалению, у меня... анимация была. Фак, промазала. Пила остановилась. Я за ней. Давай. Она пойдет вниз? Да, упала. Вниз? Да, возьму. Я не успел. Тут Джулия в кустах сидят. Да ты чё, я тебе говорю, они засели куда-то. А вот так-то бы. Подожди, а где они? Она вышла сюда. Разрублю вот это. Поможет потом. Она вниз ушла. Это с кем там? Я за ней не пойду. Сами. Подними. Ладно, сам поднимусь, так чекну. А, бочка вот здесь, я думаю, чё я бочку нигде не нашла? Ну, да. Так, тихушники притихли. Да, у нас открыт главный выход. Полностью? Сейчас проверю. Ну вот. Нет. Я не буду, что это.
Сань, повтори еще раз. Нам вскрыли белую дверь, выход из дома, правильно? Да. Лампа с ловушкой. Щиток что-то они вскрыли, не предохранитель не поставили. Ну то пока что. Мне пойти к тебе? Пока нет. Здесь никого нет. Ты понимаешь, что если оттуда уйти, они выбегут из главных ворот? Ну это Соня, наверное. Ну, ты же понимаешь, что Соня тоже может выйти из главных ворот? Чего ему мешает? Нет. Меня конь... Конь обездвижен. Она упала при стройке Джонни вниз, на по лестнице. Я тоже там слинял. Как ты думаешь, чего она ждала? Чего? Она сидела, что-то ждала в кустах. Здесь Джули. Джули три раза кровь собрала, тоже упала вниз. Это кто там? А, сиська. Мне кажется, потратили эту отмычку. А, смотри, мне засчитали смерть Джули. Нормально. Так можно мне просто отмычки не считали. Ладно, все уже на главном выходе. Так, смотри, у тебя с аккумулятором все нормально. Я сейчас проверила, все нормально тут. Да зайди, на генераторе никого не видно. Так, проверю кусты, которые конь хотел. В которых конь хотел сидеть. Нашел Соню. Да ты чё, где? В этих. Помнишь? Слишком близко, где он на забору подкрался, я увидел там. А, ну он, короче, сел и ждал, пока кто-то уйдет для того, чтобы выйти через главные ворота. Да. Я же сказал, нельзя уходить оттуда. Там не сидит? Ты чё? Куда я уперлась? Я уперлась в коня. Серьезно? Да, она на аккумуляторе сидела, опять обездвижена. У меня была Джули обездвижена, теперь коняра. Я коня убила. Молодец. А чё они, лоу хп или чё? Да. Вообще тихушники попались, ну интересно, интересно прям, куда они пойдут, что они делать собрались, непонятно. Кто внизу? Это Аннушка, да? Да. Так, я наверх. Я называю эту катку нерешительный конь. Нерешительный конь называется обсидел все кусты. Она сидела во всех кустах, наверное, которые здесь есть, но рыжая башка ее выдает, конечно. Так, а вот этот, кто подсвечивается, будет выходить? Скажи-ка, а сиська преследует ее? Да. Хорошо. Ой. Сань, а ты сидишь на подсолнухах, что ли? Да. Ну, в прямом смысле надо не давать им вскрыть. Просто видишь, там все двери теперь вскрыты. Вот кто-то отсюда потрогает.
Сони спалился. Как? Где он? Возле двери сидел. Возле какой двери? Он выходит из дома? Ты убил его дверью, он выходит из дома? Да, он прям под дверью сидел. Опять упал. Куда? Ну, в этот, кажется, в колодец. На подсолнуках? Да. Это кто? Анна здесь, Анна здесь. Анна бежит с главного выхода. Где она? Обратно. Телепортировал. Хорошо, давай чекнем щиток, и нужно посмотреть, где Сонни. А, сиська здесь, сиська кормит деда. Я нашла его, он здесь. Он здесь где-то, и он прям разговаривает. Добила. А, ну все, надо. В кустах на генераторе был. А чё, да, Анна это все, вышла? Потому что Анна дисконнект. Анна дисконнект, да. Она решила не доигрывать. Вообще, на самом деле, катка понравилась тем, что они реально прикольно прятались, их практически не было видно. Такие жертвы-тихушники, знаешь? Присели и что-то выжидают. А у нас бойня в дневное время суток, и я за Нэнси. Так, кровь соберем. И у нас Саня за кожаного, и еще есть Джонни. Щиток на улице. Так, дед вот здесь чилит. Сейчас бы надо где-нибудь ловушки расставить. Это я прикрою. Хорошо, что у Нэнси есть функция закрывать лазы. Так, вот сюда бы ловушечку, свою проволоку влепить. У меня, кстати, стоит перк, что есть там какой-то там 10 или 15% шанс не потратить ловушку. Хороший, интересный перк, кстати. Так, вот это вот закрою. Хорошо. Коня убил. Зачем? Ну, что фигней мается. Дай им выйти. Ага. Вот это место. Просто в экспериментальных целях. Посмотрим, не потратится ли у меня проволока. Нет, потратилась. Пока что у меня было такое, что в инвентаре каждого персонажа, у кого есть ловушки, у него же 3 ловушки. Вот правый нижний угол. Пока что у меня было такое, что у меня было 4 ловушки на катку. То есть одна не потратилась. А осталась в инвентаре, я тоже поставила. Нет, все потратила. Сейчас шанс не сработал в этой катке. Так, хорошо. Деда они разбудили. Что там Джонни? А, Джонни... Нет, не стоит. Он куда-то побежал. Слышу, кто-то кости срезал. Бон Рум срезает кости. Я здесь, если что. Кто-то все нарезает. Соня нарезает. У меня стамина, кстати, кончилась. Блин, я встала. Соня бегает чисто. Что делать? Что происходит? Он сиганул куда-то? Я его убил. А, ясно. Что-то бегал.
О, вскрыли, смотри. Стамина, конечно, кончается. Это кто тут такой? А ты кто тут такой? О, я встала, походу. Добила. Лиланд убил Баржа и Джонни. Но все мы помним, что Нэнси вырастила Джонни сама, поэтому он ей как сын настоящий. Поэтому в защиту сына, конечно. Покормлю деда. Слишком быстрая катка получается. Они низкоуровневые. Понятно тогда. О, слушай. Она в кустах сидит на улице, Сань. Вот она. Ой-ой-ой! Драка, драка, драка! Я выиграла. Нифига, а что она драться сразу начала со мной? Смелая Джули попалась. Нам показывают траву. Ну, так получилось. Это просто Саня все виноват. Друзья, это дом Нэнси, и я внезапно взяла Джонни. Персонажа, за которого я вообще очень редко играю. Так, у нас Саня кожаный, и также играет сама Нэнси. Угу. Щиток и бочка. Прошу заметить, на аккумуляторе. И генератор недалеко от аккумулятора. Надо здесь ходить. Ловушек не будет, только ловушки Нэнси. Так, ладно, захожу сюда. Но это не точно. Если кто-то здесь рубил, да? Здесь кто-то рубил, конечно. Буквально на 5 сек. Надеюсь, Нэнси нам будет какую-то полезную инфу говорить. А на выходе из дома все нормально? Асань. Ну я коня согнал, но она походу обратно пошла. Это Гарден. Лиланд в Гардене. Блин, стамина падает. Перепрыгивай через столб. Я убегаю отсюда, проверю аккумулятор. А, долбанула Лиланда, походу. Закрыто. Закрыто. Дед в опасности, кто-то около деда проходит. Около деда кто-то проходит. Вот каждому персонажу надо привыкать, реально. А кто-то за домом следит? Не знаю. Ясно. Эта команда называется «Побегай». Просто бегай и не следи за домом. Как стамина падает у Джонни, конечно, жесть. Так, на генераторе в кустах вроде никто не сидит. Понял, Сань, ты будешь на аккумуляторе, наверное, да? Ну, давай. Сейчас я это, инвестигейт. Расследую, что тут за следы такие. Меня Лиланд. А чё, почему следы прервались? Убил Лиланда. Да я
я вижу. Может, что Джули была? А ее нет. Не знаю, они как будто пропали. Фотоспособность закончилась. Дом открыт, потому что его вскрыли. Нэнси, а, закрыто. Здесь никого нет. Скрыта, Сань, железная дверь на лестницу в дом. Ну, да. Так что будет на аккумуляторе. А, она дерется внизу с кем-то. Блин, походу ей валили. Теперь вот вопрос, не остался ли в доме еще кто-то? Она побежала, наверное, за той жертвой, с которой дралась. Не, будет очень тупо, если я уйду и оставлю дом без присмотра. Это будет мега тупо. Нет, закрыто. Мне кажется, если бы кто-то был, он бы уже ломанулся к двери ее вскрывать. Потому что время-то идет. Давай посмотрим следы. Может, здесь следы какие-то есть. Это кто там был? Вот здесь, что ли, где-то внизу подсвечивался человек? Бочка. Ой, что за люди? Нэнси Дисконнект. Знаешь почему? Так это она открыла. А, погоди, ты закроешь? Да. Дэнни. Ты буквально отошел на 5 секунд. Он на центр карты ломанулся. Генератор. Попал в ловушку. Сань, ну давай добей его. Сань, ну добей Дэнни. Добил. Хорошо. Так, слушай, у меня с Джонни не первый раз уже такое. Смотри, нажимаю Shift и ничего не происходит. Я не могу бежать. То есть у меня тупо у меня кнопки залагали. А как разлагать-то? А у меня тоже что-то залагало. Все отлагало, походу. Кто-то через главный выход 100% сейчас собирается выйти. Нет, смотри, закрыто. А зачем они вскрыли дверь? Железную, вторую дверь, которая ведет вот сюда, в комнату Нэнси. Нафига они ее вскрыли? Типа, в чем смысл, если они не собрались сюда идти? Зачем вот такие люди, как Нэнси, вот начинают играть, потом слышат, открылись гидравлические ворота, ну, в смысле, не гидравлические ворота, а кто-то открывает бак, и все, человек выходит. Это не вписывается в идеальную катку или как? Или просто так получилось? Короче, я так и не поняла. Давай следы посмотрим. Есть следы? Или кто-то вскрыл и вниз пошел? Не знаю, не хочу проверять. Хорошо, еще раз наверх, там посмотрим. Коня потерял. Но она не в доме. Не. Короче, в доме никого не вижу вообще.
Но она пыталась пинать генератор. Да, и как? Ну так я ее согнал. А согнал в какую сторону? А я ее потерял. Он тут возле машин через стол прыгала. Пока я отвлекся, она куда-то сбежала. А ты что здесь делаешь? Ну я в доме чекнула, что вроде никого. Пытаюсь искать следы. Че? Давай, я пока на дом пойду. Ну, давай. Что-то следов никаких не увидела. Где они ходят? Здесь-то вроде все закрыто. Ну, поставили вентиль или что? А кто остался-то вообще? Конни и Анна. Чего они собираются делать? Пинают генератор, Саня, пинают генератор. Я, возможно, не успею. Конь ждет, пока Анна запинает генератор. Классическая ситуация. Не успела она. Три раза коцнула, похоже. Все, Джонни встал. Она вниз убегает. Вижу ее. Так, давай попробуем обойти, все-таки найти ее. Гидравлический. Хорошо. Да, она вышла в колдруме. Да-да-да. Я бегу туда, я ближе, чем ты. Пытаюсь закрыть, если меня не ударят в спину. Закрыла. Слушай, ну если они пытались... А, и щиток вскрыли. Зачем? Может, еще все двери откроете? А вот эта дверь... Нет, не открыта. Пытались пинать генератор. Явно не в команде, терлись друг с другом. Конь взяла предохранитель. И сбежала хорошо, вниз. Хорошо. Где же Анна? Кто-то на выходе был. На каком? С подвала в дом. Ближе к той двери. А там все открыто. Сбегаешь? Окей. Я, правда, бегу медленно. Почему третий человек, игрок из семьи, выходит? Здесь Коня. Коня выбегает из дома. Ей вообще пофигу, она просто бежит, вот и все. Она, да. Опять обратно? Наверное, возле деда. Да как так? Бежит наверх. Долблю так один раз. Угу. Самозащита поехала. Она реально убежала вниз? Или это какая-то шутка? Подожди. Они скрыли, Сань.
А. Вскрыли главную дверь, а не на главных воротах. А не на главных воротах. Бегу. Полностью вскрыли главные ворота. Да серьезно, когда успели-то? Полностью скрыты главные ворота. А, произошел баг, походу, да. Типа Анна выбежала, но... Basement exit. Вдвоем мы ничего не сделаем. На basement вариант, конечно, с Аней, как кожаному лицу, встать на выход из подвала, и там стоять Конни ничего сделать не сможет. Я встал. Ты встал реально? Да. А там вентиль, да? Да. А у нас все, у нас нет вариантов. Третьего игрока из семьи нет. Смотри, если она сейчас закрывает вентиль, например, я его закрывать не буду, а я его закрывать не буду. Открываются гидравлические ворота, она через них убегает. Либо если я закрываю вентиль, я стою там, а Саня стоит на бейсменте на выходе из подвала, она бежит сюда на вскрытую дверь и выбегает. То есть она выбегает в любом случае, вопрос, как она сама лично этого захочет. Два человека никогда не проконтролируют это. Вообще никак. Все, у нас вариантов нет. Просто ждем, откуда она выбежит. Ворота под давлением открылись, скорее всего, там она выбежит. Ну, знаете, уважаемые выжившие, я тоже могу играть, когда два члена семьи. Почему-то, когда я играю за жертву, никто из членов семьи не выходит из катки. А у нас постоянно кто-то ливает, это что такое? А, у нее аккумулятор открыт. Почему? А кто, когда она его открыла? А как она открыла аккумулятор, в смысле, если она, ты говоришь, щиток открывала, там надо было предохранитель поставить, пробки поставить, потом вентиль покрутить, а потом 5 секунд она как? Пока я стоял на выходе из подвала, ты закрывала вентиль, она прошла уже к аккумулятору, все вскрыла и вышла и ждала нас. Не, ну а что тут сказать? Тут ну, ничего, без... ничего не сделаешь, ну конечно, давай вдвоем против четверых играть. Ну, двоих убили, тоже хорошо. Ага. Это бойня, день, поехали за кожаного. Так, Саня Кук и третий игрок Хичхайкер. Надеюсь, что толковый, если честно. Долбанула Лиланда немножко. Полезно, там лаз. Блин. Далеко. Спасибо, что посвятил коня, но просто она в лаз сиганула, у меня здесь нет ласи. Коня гоняю по кругу. Так. Не попал. Не попало. Все, дед разбужен. Вот
вот этот стол может доставить проблемы. Когда кто-то упадет в подвал, например. Лилон пострадал опять. Мне кажется, он не сюда даже побежал. А я отмечал. Опять конь около меня. Еще какой-то стол нашла. А, не, не сюда, пошли вот сюда. Через загон вышли. Это же наш друг Лиланд. Блин. Давай я разрушу стол, не побегу за ним. О, хичхайкер там ходит? А, потому что здесь скрыли. Я не пойду сюда, потому что хичхайкер уже здесь есть. Вот там разберемся. Хорошо. Вот это, блин, не открыто. Кто-то в гараже. Конь из гаража выходит, что он убил этого загона. Она в загоне. Сейчас выходить будет. Блин, ло. Это Сони. Где конь, скажи? Я вижу коня. Кого? Лиланда убили. Ну, коня погоняли прям знатно. Неплохо. Есть контакт? Что-то сломано. Для него опять открывают. Я не знаю, что это. Ну, где бойни? Тут подвал. Опять Соня. Он вдоль этого слаттерхауса идет. Возле меня. Только с той стороны, где обычно хичкикер ставит. И обычно что? Хичкикер в кустах ставит. Ты, по-моему, в другую сторону. Не поняла, о чем ты. Слаттерхаус. Здесь везде слаттерхаус. Все, убил. Все, я вижу. А, блин, это этот хичхайкер. Его на лестнице скручило, капец. Блин, а он уверен, что там все нормально? На бойне-то. Вопрос. Ну, он туда побежал. Я знаю. Что с замками у тебя? Ну вот, бой открыли.
тут, мне кажется, они обе там. Где? Да, на бойне. Два человека? Он упал. Нет, крылья света. Объект. Я пошел на объект. Сейчас восстановлю стамину и пойду на объект. Разрушай стол вот этот. Так, либо кто-то сидит здесь. Да, кто-то сидит здесь. Потому что мы достаточно быстро подошли после открытия двери. Дверь подсвечивалась желтым, это перк деда. Так, разрушаю вот этот лаз. А это кто внизу? Джули. Здесь конь получается? Возможно. Правая дверь закрыта. Ух ты! Конь явно здесь. Мы ее видели своими глазами. Где-то она тут. Дверь я разрушу, чтобы глаза не мозолили. Джули сюда пришла, потому что хищ-кикер не закрыл дверь. Как не закрыл дверь? Совсем уже, что ли? Мне вот интересно, конь отсюда будет уходить навсегда? Она в какой-то ящик красным отмечался. Да ну! Она все это время была реально в этом... Да, здесь жули. Ты что встал-то? Она прошла. Они обе здесь. Были. Что? Были. А сейчас ты думаешь, они обе выбежали, что ли? Конь точно выбежал. Она в бейсмент упала. Кто? Конь. Блин, самый логичный вариант оставаться здесь и чекать. Другой вариант нелогичный. Это кто где? Что-то внизу. Еще есть вариант, сейчас я быстренько сотку наберу крови и пойду где-то микромагию за 4 уровня.
Прикинь, тупо будет, если я отвернусь, и она там вскроет, и все. Это будет печально. Сможешь докормить? Да. Что и требовалось доказать, да? Добила? Я знала, что она не уйдет отсюда. Но конь! Ну ее гоняют. К тебе иду, где она? У меня. Конь упал. Колдрум. Подсветка, подсветка жертвы. Редко, кстати, увидишь это. Редко увидишь. Тихо, 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 тихо. Пацаны, пацаны. Пацаны, дайте. А что? А, все? Ну, подумаешь. Не, классно сейчас было, кстати, с подсветкой жертвы. Я не знаю, что он говорит, но это звучит смешно, по крайней мере. Вот что это сейчас было? Почему у члена семьи экран высвечивается? Почему у члена семьи экран подсвечивается оранжевым? А это происходит в том случае, если осталась одна жертва, и член семьи находится к ней близко, у него экран тоже, как вот мы играем за жертву, также подсвечивается оранжевым цветом. Вот, и в данном случае, так как дед был 5 уровня, у меня подсветился холодильник, в который легла Конни. Вообще прикол, смешно получилось. Вот такие вот каточки получились, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. И мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео. Всем хорошего настроения и всем пока-пока. Пока-пока.